Вячеслав Скворцов, психолог, и он сегодня расскажет о невербалике в кино, о невербальных взаимоотношениях между персонажами в кино. Да, спасибо большое, Александр Владимирович, за такую честь выступить с такими корифеями киноиндустрии по вашему приглашению. Вот, это особенно для меня имеет значение, потому что я с некоторых пор тоже стал заниматься непосредственно кино в рамках кинодраматургии. Угу. Вот, да. И именно поэтому интерес, интерес привлечения того опыта, который я наработал за годы практики. Вот, и надо сказать, что это не только психологическое консультирование, но и врачебная работа. Вот, и этот опыт очень органично оказался востребован в актерской среде. Поэтому мы с моей коллегой Натальей Каманиной организовали проект, который помогает актерам, ну, чаще всего начинающим актерам, mm-hmm. вот, изучать невербалику для того, чтобы более конгруентно демонстрировать это все в кадре. Вот. Есть. Отлично. Все, тогда я вас, я здесь рядом, я вас покидаю, публика ваша. Вперед. Спасибо. Спасибо. Ну, в нескольких словах стоит сказать, да, что такое невербалика. Очень часто кто-то из наших слушателей этот вопрос совершенно справедливо задаст. Вот. В общем-то, это довольно большая наука, посвященная исследованию знаков, сигналов, которые не связаны с нашей речью. К невербалике относятся, ну, очевидно, что мимика, жесты, вот, а также все поведенческие паттерны, которые присутствуют, да, то есть это любое действие, а также еще особенности голоса, особенности внешнего вида, особенности обстановки и так далее. В чем здесь интерес для киноиндустрии? Ну, во-первых, известно, что зритель приходит получить не столько информацию, сколько получить ощущения, чувства, получить удовольствие, сопереживать и так далее. То есть это, в общем-то, для игрового кино, это в большей степени, конечно, речь идет об эмоциональных реакциях. Да? Иначе это будет либо документальное, либо образовательное кино, что имеет место быть, это прекрасно. Почему невербалика? Потому что большинство эмоциональных состояний и, естественно, базовых эмоций могут быть продемонстрированы в кадре и однозначно интерпретированы нашим мозгом, нашей нервной системой. И очевидно, что даже люди, которые не изучают телесные сигналы, не изучают это в вузах, на специальных курсах, тем не менее, могут отличить один сигнал от другого и зачастую верно его интерпретировать. Вроде как бы удивительно, да? Как же так? А все очень просто. В нашу нервную систему эти фильтры встроены с рождения. Это часть нашей биологии, поэтому мы обучаемся распознаванию невербальных сигналов с самого детства, ну, фактически с рождения. Вот. И проходя долгие годы развития, мы можем отличать гнев от печали, страдания, чувство стыда и прочее. Соответственно, в кино и рано также и в театре вот, востребованность знаний о выразительности эмоций, естественно, и была, и остается актуальной по сегодняшний день. Так, ну, наверное, Александр Владимирович, а у меня нет возможности демонстрации слайдов? Потому что, ну, ничего страшного, я могу рассказать это на словах. Итак, давайте предположим, ну вот он обычно у нас занятия, когда мы проводим, мы очень часто
играем в различные мысленные эксперименты. Итак, давайте предположим, что нам нужно описать невербальное, ну, то есть как будет играть персонаж в различных сценах, в различных кадрах, в соответствии с задумкой сценариста и в реализации режиссерской задачи в актерской игре. Предположим, что наш персонаж имеет определенные черты характера. Надо сказать, что вот в той парадигме знания, в которой присутствую я, вот и мои коллеги, значит, мы, в общем-то, оперируем в большей степени типологиями, связанными и классификациями, связанными в большей степени с академической нейрофизиологией. Вот, поэтому и наименование базовых эмоций или там, черт характера носит, в общем, такой, ну, полуакадемический, может быть, смысл и звучание. Вот. Поэтому, например, что мы называем чертами характера, да, это то, каким способом субъект может взаимодействовать с окружающим миром. Да? То есть, ну, под окружающим миром понимаем достаточно широкое понятие, да, то есть это и люди, и организации, и природа, и различные контексты. Так вот, соответственно, субъект, обладающий этими чертами характера, значит, он будет именно через эту черту показываться на экране. Итак, поиграем. Допустим, нам нужно описать человека, который обладает следующими характеристиками. Он тревожный, он заботливый, он немножко рассеянный. При этом автор задумал, что он хороший семьянин, он чуть-чуть не уверен в себе, он может отдать инициативу другому человеку, он достаточно коммуникабельный, у него есть чувство юмора, он не очень внимательный, при этом человек сопереживает ощущениям и чувствам других. Он сохраняет высокую лояльность, при этом он не очень героический и очень часто ведомый. Но при определенных условиях вдруг в нем просыпаются некоторые новые черты, например, находчивость. При этом базовый тот набор черт характера, который я сейчас описал, он, в общем-то, сохраняется, никуда он не девается. Я сейчас описал черты характера, которые явным образом продемонстрированы одним из, наверное, любимейших персонажей в нашем отечественном кинематографе. Теперь, соответственно, задача. Каким образом эти черты характера можно продемонстрировать на экране? Например, тревожность. Очевидно, что мы не говорим о тревожно-фобическом расстройстве или о каком-нибудь там достаточно заметном выражении тревоги. Это некая черта, которой персонаж очень часто пользуется. Давайте предположим, что тревожность у нашего персонажа выражается в постоянной перепроверке своих действий. То есть, например, если автор сценария задумал, значит, развить своего персонажа, да, он может обозначить в одной из сцен, да, или, значит, в одном из кадров, что его персонаж перепроверяет наличие тех или иных документов. То есть очевидно, что в кадре зритель видит вполне четкое, недвусмысленное послание. Да? То есть человек залез в карман пиджака, достал оттуда документы и перепроверил их наличие. Дальше, следующая черта – заботливый. Точно так же нам нужно показать очевидным и явным образом, что персонаж в кадре проявляет заботу относительно кого-то или чего-то вполне определенным и очевидным образом. Ну, например,
это будет забота о близких. Как это можно показать простым путем? Это наш персонаж проверяет, не замерз ли его ребенок, и одевает на него свою кепку. Следующая черта – рассеянный. Наш персонаж, не задумываясь о том, что происходит с его ребенком, оборачивается. В этот момент ребенок уезжает на электромобиле. Я думаю, после этой фразы, наверное, все слушатели сегодняшние поняли, что речь идет о одном из, наверное, лучших фильмов в отечественном кино. Это «Бриллиантовая рука». Так, давайте поразбираем чуть-чуть именно сами невербальные проявления. Значит, те знаки, которые вне зависимости от того, что говорит персонаж и так далее, мы однозначно, скорее всего, будем воспринимать через его действия. Вот здесь мы в меньшей степени будем говорить об эмоциях, об их выражении. Вот, но частично коснемся, в большей степени будем говорить о, именно о мышечных действиях. Итак, значит, Семен Семенович Горбунков достает из пиджака своего билета, да, или документы какие-то, перепроверяет, затем одевает кепку на свою дочку, которая увозит электромобиль. Это очень четкие сигналы, которые получает мозг зрителя. Мы сразу понимаем, что вот эти две черты – заботливость, тревожность и рассеянность – встроены в нашего персонажа, и, соответственно, мы почти мгновенно воспринимаем этот образ и подстраиваемся к нему. Дальше. Мы понимаем, что человек не... Во-первых, что он семьянин. Да? Это, соответственно, точно так же выражено в кадре, где вся семья Горбункова дружно идет на теплоход. Дальше. То, что человек не уверен в себе, мы очень легко видим по кадру, где журналист берет интервью перед посадкой на теплоход. Если, ну, наверняка все помнят этот момент. Значит, в этом кадре наш персонаж достаточно крепко сцепляет руки, ну, кисти. Вот, прям достаточно, это в кадре это видно. И он держит их сцепленными достаточно долгое время. При этом фактически весь диалог с журналистом ведется через супругу Горбункова. Вот, то есть он не отвечает на прямые вопросы журналиста, отдавая инициативу другому человеку. На самом деле вот это то же самое встраивается сразу в наш мозг. Мы тут же понимаем, точнее не понимаем, а чувствуем, что это за персонаж. Поедем дальше. На самом деле я буду говорить о всего лишь нескольких сценах с участием Юрия Никулина из первого акта «Бриллиантовой руки», ну, для того, чтобы не перегружать информацией наше с вами общение. Вот. Потому что все-таки кино – это кропотливая работа. И, так сказать, того количества кадров для рассмотрения достаточно, чтобы понять, о чем я говорю. Вот. Следующая сцена и кадр, который нас интересует, который характеризует главного героя – это знакомство Горбункова с Казадоевым. Да? Вот. Помните, как происходит это знакомство? Да? То есть оно происходит в достаточно дружелюбной атмосфере. Оба участника этой коммуникации выходят на знакомство достаточно легко. И мы понимаем, что наш главный герой достаточно коммуникабельный. То есть ему не трудно завязывать новые знакомства. Он готов, он открыт новому опыту. И, значит, такая галочка сразу у нас в голове есть. Ага. То есть очень интересный, понятный нам
психотип персонажа. Следующая сцена, следующий кадр, когда Горбунков машет своей кепкой оставшимся на причале членам своей семьи и не замечает ограждения палубного и ударяется. Нам, конечно, смешно за этим смотреть. Это визуальная шутка, она очень конгруентна в данном случае. Но наш мозг сразу понимает, что человек не очень внимательный. То есть он не обратил внимания на возможную опасность, возможные препятствия и так далее. Значит, мы уже, смотрите, перечислили 9 черт характера, которые мы увидели фактически за всего лишь несколько минут экранного времени. Уже создается первое впечатление о герое. Причем это именно впечатление, потому что во время фильма, особенно такого легкого игрового, ни у кого нет желания глубоко анализировать каждый момент, каждый кадр, а хочется просто получать от него удовольствие. Но гениальность режиссера, автора сценария, актеров, операторов этого фильма просто поражают, насколько качественно создается впечатление у зрителя о происходящем на экране. И свидетельством этому является неугасающая популярность этого фильма. Значит, на сегодняшний день только на официальном канале Мосфильма на YouTube просмотров стоит, по-моему, около 22 миллионов. Я понимаю, что это не самый топовый, значит, показатель, но тем не менее, это фильм 68 года, который ежегодно демонстрируется по телеканалам практически по всем крупным, и, может быть, даже не по одному разу. Вот. И естественно, что и каждый, ну, почти каждый, конечно, ну, подавляющее большинство наших сограждан с этим фильмом знакомы. И всем, ну, большинство нравится однозначно. Вот, ну, давайте продолжим. Какие у нас интересные черты героя, которые можно определить по поведенческим паттернам? Значит, в сцене, где происходит, значит, музыкальная пауза, где Геша Казадоев в исполнении Андрея Миронова исполняет песню, наверное, все обратили внимание на выражение лица, на поведение, на мимику Юрия Никулина. Посмотрите, персонаж очень внимательно и сопереживающе смотрит на выступление. И есть один очень коротенький момент, когда Андрей Миронов, значит, вот во время исполнения песни делает обманное движение, якобы он хочет, значит, прыгнуть с палубы. В этот момент Никулин, ну, точнее, Горбунков, да, бросается и пытается его остановить. Это, опять же, четкое указание на то, что персонаж сопереживает как и героям песни, так и исполнителю. То есть у него достаточно выражена эта черта характера. Вот. Следующее, на что бы я хотел обратить внимание, причем это еще, видите, первый акт идет, это достаточно высокая лояльность к контексту и так далее. Как можем это определить? Значит, когда Горбунков и Казадоев, значит, оказываются в городе, да, они после экскурсии, они идут на прогулку, вот, и Казадоев исчезает, да, для выполнения своей задачи. В этот момент Горбунков начинает его искать. То есть он не хочет оставлять своего нового друга одного, потому что им комфортно находиться в его компании. Вот, он не примыкает к другим группам туристов, не действует самостоятельно, а, соответственно, он, значит, что делает? Ищет своего друга. Вот. Дальше, да, ну, все помним,
конечно, что было дальше. Вот. Момент, когда Горбункову гипсуют руку, значит, вот эти контрабандисты из аптеки. Помните, там такой есть момент, когда он приоткрывает глаза, то есть он видит, что происходит, да, что он становится невольным участником какой-то очень странной операции. Вот, и он мгновенно зажмуривается, то есть он не хочет этого видеть. Он разрывает зрительный контакт, соответственно, с его точки зрения, ну, это опасно. Поэтому мы, как зрители, здесь это оценим, что он, ну, не очень героический. То есть, да, он мог бы вскочить, сказать, да, что вы делаете, зачем вы заматываете мне в гипс ювелирные драгоценности. Но этого не делает, и мы понимаем, что героизм этого человека не в его активных действиях. И после этой сцены, значит, когда один из работников аптеки, контрабандист, выводит Горбункова на улицу, он ему что делает, да? Он его выводит, постоянно подталкивая вперед, и указывает ему путь. В это время, да, Горбунков выглядит несколько растерянным. Соответственно, наш мозг сразу же воспринимает эту черту характера как ведомый. То есть ему нужно указывать путь. И в дальнейшем мы видим, как персонаж Горбункова неоднократно попадает в ситуацию, когда он исполняет просьбы и приказы других людей. Да, даже вот ближайшая сцена, да, это в каюте капитана туристического судна, да, когда он ему предлагает выпить коньяку, то он говорит: да я не пью. Но капитан настаивает, и Горбунков соглашается. Да? Вот. И такое в будущем еще будет не раз. Значит, вот обсудили мы с вами несколько сцен и кадров из «Бриллиантовой руки». И как видим, что трактовка черт характера, которым автор, может быть, хочу подчеркнуть, может быть, да, у меня же нет данных, насколько и как проводилась разработка персонажей. Значит, вот все эти черты характера, они находят свое выражение в поступках и действиях актера в кадре. И причем это выглядит совершенно конгруентно и воспринимается практически одинаково большинством зрителей. То есть, если мы с вами, да, вспомним именно, какие действия проводят, да, ведь зачастую это ускользает от анализ действий этих, он ускользает от внимания зрителей. Ну, это и хорошо, на самом деле. Ну, как я уже сказал, нам удовольствие получать от кино, а не анализировать. Вот. Но какую практическую пользу можно из этого взять, да? Вот. Во-первых, когда автор сценария продумывает воплощение тех или иных черт характера своего персонажа, видите, вот на примере «Бриллиантовой руки» это сделать достаточно просто. Получился у нас фактически за 10 минут у нас получился достаточно объемный портрет персонажа. Да? Здесь около 16 черт характера, очень разных, и при этом они, в общем-то, базовые не меняются до окончания фильма. Вот. И персонаж объемный, и он очень интересный. И надо сказать, что здесь еще есть жанровое соответствие. Хочу обратить внимание вот на что. Смотрите, значит, мы сказали тревожный, рассеянный, да, неуверенный в себе, значит, не очень внимательный, не очень героический и ведомый. А между тем, значит, в самом начале фильма супруга Горбункова явным образом сказала нам о должности Семена Семеновича. Да, он старший экономист. Старший экономист видимо, это гипрорыба, скорее всего, это проектная организация, даже если она выдумана. Вот. Это достаточно высокий пост, и, соответственно, человек, который на этот пост попадает, он
все-таки вынужден принимать решения, управлять людьми, иметь собственное мнение. Вот. А мы здесь видим, значит, персонажа, который не очень соответствует той должности, которая, да, значит, была обозначена. Опять же, подсознательно в наш мозг тут же закрадывается концепция несоответствия поведения персонажа его должности. Да? Это, в общем-то, на сегодняшний день известный большинству драматургов прием, да, который называется «рыба на суше» или «рыба не в воде». Вот. И, соответственно, это сразу же очевидный и четкий признак комедийного жанра. Так, ну вот, наверное, вот на примерах, да, вот как я уже сказал, именно поведенческих паттернов, наверное, это вот то, как мы анализируем. Вопрос может возникнуть, да, а чему же мы тогда обучаем актера, да, как, что делать актеру. Ну, с актером мы работаем чуть-чуть по-другому. Значит, мы в большей степени рассказываем о том, какие жесты иллюстрируют эмоциональное состояние персонажа в кадре, какие мимические паттерны иллюстрируют это. Вот. Мы не вмешиваемся в актерское мастерство, ну, как таковое, да, потому что, ну, это не наша задача. Было бы смешно, не имея компетенции, значит, действовать в процесс. Вот. И интересно очень, что, значит, актеры, когда понимают, как это работает с точки зрения там, ну, каких-то нейрофизиологических основ, вот, становится гораздо проще. Ну, во всяком случае, как нам и говорят актеры, да, становится чуть проще, значит, показывать выразительность эмоций или каких-то действий внутри самого кадра. Вот, потому что там показать эмоцию, знаете, как вот из практического опыта, зачастую обычный человек, да, то есть не актер, он может даже, не зная опыта каких-то эмоциональных состояний, он даже не может его выразить с помощью мимики. Вот. Не то, что это нормально, это нормально вполне. Вот. А актер, когда знает четкие критерии, ну, опять же, достаточно четкие, да, ведь невозможно утверждать 100%, да, но мир так устроен, что 100% гарантий или результатов очень тяжело достичь, если это, может быть, не точные науки какие-то. Вот. Но гораздо проще показать эмоции, показать состояние своего персонажа через вполне критериальную демонстрацию мимических знаков, да, то есть как будут работать брови, глаза, нос, рот при тех или иных эмоциях, какие жесты будут конгруентны при, значит, исполнении монолога, при коммуникации в рамках кадра, да? Какие жесты лучше в кадре не использовать. Ну, это тоже понятно, почему, потому что все-таки зачастую кадр — это крупный или средний план, да? Вот. А многие жесты, они требуют высокой амплитуды, соответственно, не будут конгруентными. Но тем не менее, вот мы, значит, с коллегой изучаем постоянно и мировой опыт выразительности актерской игры. Да, и надо сказать, что многие, в том числе известные актеры, значит, зарубежные, показывают нам, дают нам уроки этого, да, и как можно, не используя высоко или широко амплитудные жесты, тем не менее сохранять выразительность. Вот. И одним из, наверное, классических и очень выразительных сцен, да, это сцена из фильма «Схватка» в исполнении Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Там жестов не так уж много. Они есть, безусловно. Но амплитуда их
не очень большая, но при этом жесты исполнения Аль Пачино, они настолько выразительны, и, соответственно, и камера их видит, и зритель их видит, и, соответственно, создается определенное, ну, определенное ощущение, эмоциональное, прежде всего, чувство у зрителя о том, что происходит внутри этой сцены. Безусловно, это не противоречит тому, чтобы, значит, вербальный сигнал, да, то есть то, что говорит актер, значит, в кадре, это же не менее важно. Да, мы с этим не спорим абсолютно. Вот. Но мы иногда проводим такой эксперимент. Да, что если мы оставим только речь и уберем изображение, да? У нас получится радио. Там радио, подкаст. Да. Ну, что же, вид искусства, вид творчества имеет место быть. Ну, мы говорим о кино. Вот, соответственно, демонстрировать нужно. Вот. Поменяем тогда. Хорошо. Возвращаем картинку, и мы видим робота. На сегодняшний день далеко не все разработки технологические в состоянии демонстрировать мимику или жесты. Поэтому, наверное, еще у нас есть, как у людей, да, есть еще время понаслаждаться игрой живых актеров до тех пор, пока корпорация не научится делать точные имитации наши с вами мимики и жестикуляции. И тогда нас уже можно будет обманывать. Ну вот, если вот, если коротко. Если чуть расширяю вот это представление о невербалике, наверное, стоит сказать еще о том, как выражаются эмоциональные сигналы, да? Ну, прежде всего, это лицо. На лице мы видим 7 базовых эмоций с весьма четкими критериями и целый ряд их модификаций, да? Потому что почему базовые называются? Потому что на той нейрофизиологической гормональной основе, которая происходит в момент, когда человек переживает эту эмоцию, вот, может быть огромное количество сопутствующих стимулов, да, или уже переработка сигналов других, которые переработка обращения к собственному опыту и так далее. Поэтому, например, если мы возьмем базовые эмоции, например, гнев, да, у гнева есть целый ряд модификаций и смежных состояний, которые в своей нейрофизиологической основе будут нести, в общем, все то же самое. Гнев, ярость, да, раздражение. Вот. Они очень близки по своей нейрофизиологии, но при этом они имеют отличия в мимическом проявлении, в паралингвистике, в жестикуляции и так далее. Вот. Здесь интересно то, что часто, когда, значит, актеры часто играют крупным планом, и, соответственно, здесь очень интересна, да, игра с помощью глаз, да, и кастинг-директора, который присутствует у нас часто на занятиях, да, обращают внимание на то, что выразительность актера в кадре во многом зависит от работы, ну, так сказать, вот верхнего этажа лба и бровей, а также от выразительности глаз и взгляда. Вот. И мы поэтому тоже помогаем актерам разобраться с этим, для того, чтобы им было довольно комфортно и достаточно быстро применять эти знания на площадке, чтобы это, чтобы можно было тренировать эти навыки. Да? Ведь фактически, вот если мы берем 7 базовых эмоций, мы берем хотя бы по 3 модификации, у нас получилось 21 эмоция. Это далеко не предел, безусловно. Но эти даже 21 эмоция, которую мы выводим по критериям, это все необходимо тренировать.
Да, можно задать вопрос, а чего же значит, актеры не умеют? А почему не умеют? Умеют. И мы видим, как они это делают потрясающе. Вот. И особенно, когда актер понимает, за счет каких мимических средств выражается та или иная эмоция, ему, на мой взгляд, гораздо быстрее и проще показать это, продемонстрировать в кадре и выполнить режиссерскую задачу. Вот. Соответственно, это ускоряет съемочный процесс, вот, и сохраняет чувства и психику самого актера в спокойном состоянии. Вот. То, что касается жестов, да, жестов огромное количество. Вот. В различных исследованиях, в различных публикациях, которые вот я изучал, там общее количество жестов более 1500. Это не включая жесты, которые имеют культурную принадлежность, да, потому что есть жесты, которые используют, например, там, в Италии, в Греции, в Болгарии, в Испании и так далее. Вот. А есть, ну, я говорю прежде всего о тех жестах, которые понятны большинству людей, независимо от их этнокультурного происхождения. Вот. Ну, естественно, что в нашей среде, пока уж мы тут занимаемся, значит, нашим отечественным кино, то это для наших соотечественных понятно. Вот. Жестов огромное количество. Значений, как правило, для жестов, они универсальны. Опять же, за редким исключением профессиональных жестов, да? Вот. Либо жестов, связанных с какими-то условностями. Вот. Также работа с позой. Да? Вот. Не то, что это выпадает из внимания при изучении и тренировках выразительности. Вот. Но весьма часто мы видим, что, значит, поза, ну, то есть положение актера, его, значит, конечности, головы относительно друг друга, да, часто бывает неконгруентно. Опять же, это не то, что это большая проблема. Просто, на самом деле, там просто чуть-чуть подкорректировать, вот, и все встает на свои места, и выглядит это красиво сразу. Вот, поэтому нельзя сказать, что мы меняем мир. Да нет, мир так изменится и без нас. Вот. Во-первых, просто это интересно. Ну, изучать невербальные сигналы, да? Вот. Интересно помогать разбираться в этом. Интересно обучать актеров. Интересно видеть результаты, надо сказать, да? Потому что уже многие актеры, прошедшие, значит, у нас консультации и, так сказать, обучение, уже показывают свое мастерство в проектах, да, уже, ну, несколько проектов уже вышли на экраны, значит, на площадках и на телеканалах. Вот. Очень приятно, что это помогает актерам более выразительно демонстрировать эмоциональное состояние своих персонажей, своих героев. Я тут увидел, что у меня, оказывается, еще есть ретранслятор в интернете. Да, и даже можно отвечать на вопросы в чате. Ну, наверное, это чуть попозже будет, да? Вот. На сегодняшний день, значит, вот смотрите, невербальные сигналы, они ведь связаны с той деятельностью мозга, с мыслительной, с реактивной деятельностью, которая очень часто, значит, выходит за рамки сознания. Понимаете, как интересно? То есть, когда человек, вот даже когда я сейчас говорю, да, часть жестов, которые я воспроизвожу, они происходят неосознанно. Этим жестом я пытаюсь иллюстрировать
значимость своих мыслей и приглашаю вас к коммуникации. Вот. Какими-то жестами я уточняю важность своих мыслей. Вот. И не всегда это происходит осознанно, но когда актер, например, владеет этим инструментом, да, то есть он знает, когда это можно сделать, просто мышечная память от воспроизведения таких жестов, это все остается. Вот. Мы в кадре видим, да, что даже вот я сейчас провожу, да, вот прямо сейчас провожу определенные жесты кистевые, которые в кадр не попадают. Но тем не менее, обратите внимание, что зритель их воспринимает, как будто их видит. Потому что, да, у нас здесь сохраняется движение мышечное. Наш мозг начинает додумывать, досматривать, а что же происходит там. Хочу сказать, это происходит почти мгновенно. Вот. Он досматривает и, кстати говоря, интересно, по аналогии, кстати, с черно-белой фотографией. Ведь мозг тоже так же, он достраивает цветовые схемы того, что видит наш глаз. И из-за этого формируется ощущение, ну, скажем так, больше выразительности черно-белой фотографии. Об этом, ну, специалисты знают прекрасно. Вот. Вполне может быть, что подобная история происходит и когда жест демонстрируется вне рамок кадра, но он заметен, да, он заметен. Вот. Да, когда мы работаем, рассказываем актерам и о том, как делать, так сказать, и сам презентации, подготовки к ролям, для того, чтобы опять можно было, кастинг-директор, чтобы мог посмотреть на актера, выбрать тот типаж, те возможности невербальной игры, который, значит, выражает актер на своих видеовизитках, и подобрать именно по типажу и по выразительности для игры в том или ином проекте в соответствии с задумкой, значит, автора фильма, да, и подходящий по реализации. В целом, конечно, вербалика это очень объемная часть, наверное. Но нельзя сказать, что это только нейрофизиология, да, потому что, например, наши отечественные ученые, ведь не только нейрофизиологи занимались невербальными сигналами, но и лингвисты, и в отечественной лингвистической литературе, это называется паралингвистикой часто, что, собственно, не противоречит, ну, по терминологии это нет здесь противоречий никаких. Вот, и сделали колоссальную работу, надо сказать, наши ученые. Вот, это очень увлекательно изучать это, потому что в ряде случаев, кстати говоря, лингвисты обращались к нашим кинематографам, к отечественным, для того, чтобы фиксировать жесты, связанные с тем или иным речевым паттерном, либо их соответствие с какой-то речевой моделью. Вот. И делать какие-то анализы, выводы. Я, когда смотрел эти работы, у меня просто душа радовалась, настолько мощные исследования, качественно оформленные, вот, и практически применимые. И теперь это можно передавать людям, да, соответственно, в киноиндустрии, для того, чтобы, как мы часто говорим, да, мы все хотим смотреть хорошее кино. Вот, я надеюсь, что наш вклад в этом есть. Вот, почему нет? Да, конечно, мы... нельзя сказать, что только невербалика – это единственное средство актерской игры, конечно, нет. И мы не ставим перед собой задачу вмешиваться в... профессиональное актерское образование, да, вот, значит, как готовятся актеры по
определенным учебным программам, да, там достаточно все это интересно и сложно, там, и мастерские. Вот. И, ну, у нас есть как бы свой небольшой такой сегмент. И параллельно мы занимаемся, ну, исследованиями того, как кино, да, значит, отечественное кино или зарубежное, оказывает влияние на психику зрителя, да, через в том числе невербальные сигналы, которые идут от актера на экране, что может поймать, значит, соответственно, мозг зрителя. На самом деле это все очень интересно, и за рубежом, опять же, вот этот спектр нескольких наук, которые этим занимаются, на сегодняшний день называется нейросинематика. Это очень тоже увлекательная наука, ну, такого прикладного характера, потому что на зрителя действует не только, значит, невербальные сигналы актеров, а также музыка, освещение, ракурсы, значит, интерьеры или, значит, натуральные съемки, да, на природе и так далее. Все это влияет на зрителя. Зритель не обязан разбираться в тонкостях индустрии, он хочет получать, да, удовольствие от просмотра. Вот. И в зависимости от того, каким средством можно донести до зрителя, значит, ту или иную эмоцию или чувство, занимается как раз вот исследованием этого, занимается нейросинематика. Вот. А невербалика в данном случае это является что? Одной из составляющих. Ну, невербалика я имею в виду в данном приложении. То есть, на самом деле, большая наука, вот, она огромная. Вот. А вот мы как раз занимаемся именно вот в этом сегменте изучения влияния любых невербальных сигналов на экране на человека. Да? Как мы воспринимаем, как сопереживаем тому, что происходит, какие могут быть вызваны чувства и так далее. Мы стараемся это объективизировать, да? Потому что ведь часто в обычной жизни мы оперируем, ну, скажем так, номинализацией. Да? Такой термин, да? Что такое там? Человек добрый, да? Значит, один другому говорит, вот он добрый человек. А что это может значить? Да, да все что угодно. В зависимости от того опыта и той картины мира говорящего, да, то есть там добрый он, что он помогает людям, или он дарит людям деньги, или что он делает. Вот. Мы стараемся не использовать подобный подход в нашей работе, стараемся определяться по критериям. Например, да, есть, опять же, в невербалике, да, если брать, есть критерии движения мышц, мимических. Да? То есть, если брови двигаются определенным образом, мы однозначно можем сказать, да, что в этот момент человек переживает какую-то, вот, ну, вполне, точнее, не какую-то, а вполне определенную эмоцию. Комбинация этих мимических знаков, да, уже дает другое эмоциональное воздействие. Вот, вне зависимости от того, потому что мы не знаем, о чем человек думает. Да, мы не знаем, о чем думает актер в момент исполнения. Да, то есть мы видим только, да, внешнее выражение той игры. Вот в частности, значит, мы видим, что мы сегодня разбирали, да, «Бриллиантовую руку», гениальной игры Юрия Никулина. Вот. И несмотря на то, что, говорю, долгие годы, да, мы никогда не, ну, не подходили же, да, к анализу невербалики, там, сигналы. Вот. Просто получали удовольствие, смотрели, наслаждались этим гениальным фильмом. А сейчас, да, мы понимаем, через какой инструмент, значит, происходит это воздействие, и начинаем изучать, да, а как это можно повторить, да? То есть через какой алгоритм можно понять, как автору фильма, как актеру, наилучшим образом, да, продемонстрировать черты характера персонажа, да, через его действия. Вот. И
чтобы это было максимально адекватно и объективно значит, зрительскому восприятию, чтобы было больше однозначности, наверное. Вот. Наверное, вот. Вы как мистер Филиас Фог, вы просто уложились четко секунда в секунду. Так, коллеги, давайте я вопросы прочитаю. Так, спасибо большое за такой подробный и мега полезный анализ невербалики персонажа. Очень интересно было бы узнать ваше отношение к работам Пола Экмана, профайлингу и сериалу «Обмани меня». С удовольствием расскажу. Значит, во-первых, Пол Экман очень интересный ученый, да. Вот, конечно, мы много не знаем о том, что происходило в его научной карьере, но из того, что нам известно, безусловно, Пол Экман сделал колоссальную работу хотя бы вот по созданию системы кодирования лицевых сигналов. Да? Это потрясающе по своему объему работы. Потому что если когда-нибудь мы дойдем до того, чтобы сделать систему кодирования жестовых сигналов, ну, не знаю, просто это не хватит жизни. То есть это работа достаточно большого коллектива. Вот. Но наверняка это тоже имеет место быть, потому что жестикуляция, она тоже стереотипная. Да? То есть мы что-то выражаем. Вот. Дальше по поводу сериала «Обмани меня». Но с точки зрения кинематографа это отличное кино, правда? Вот. Да. С точки зрения познавательное, ну, давайте объективно скажем, что по сериалу «Обмани меня» и по сериалу «Доктор Хаус» стать профессионалом в отрасли достаточно сложно. Да? Тем не менее, известно, да, что сам Экман консультировал создателей этого сериала. Вот. И, в общем-то, там все, если возьмем изолированно каждый вот, ну, какой-то факт, да, там, когда доктор Лайтман говорит, а вот у него, значит, презрение на лице, да, и нам режиссер с оператором демонстрирует это, значит, либо укрупнением, да, либо, значит, графическими элементами в кадре. Вот, это, безусловно, соответствует действительности. Вот. И, честно говоря, в свое время, да, сериал «Обмани меня», он меня как раз подтолкнул, да, к исследованию вот как раз именно мимических сигналов, потому что до этого я в большей степени занимался исследованием вообще движения, ну, мышечного движения. А, Вячеслав, вот то, о чем вы говорите, правильно ли я понимаю, что прежде всего здесь речь идет о именно непроизвольной жестикуляции, непроизвольной мимике, потому что вот есть, допустим, жесты, которые в разных культурах означают разные. Например, вот мой любимый жест, которым я начинаю все свои видео. В античности этот жест означал, это первый жест спикера. То есть спикер выходит и говорит, вот, ребята, я привлекаю к себе внимание. В христианстве это, ну, есть огромное количество икон, на которых вот так вот святой какой-нибудь стоит. Да, это означает, да, что он пришел с благой вестью. Потом дальше, ну, heavy metal, да, это, да, этот самый. Который носит уже совершенно другой, да, же характер. В нашей юности, да. В английском языке вот этот вот жест, то есть распальцовка с добавленной этой самой, означает I love you. Да, то есть это признание в любви. А в итальянской культуре это страшное оскорбление. То есть если вы кому-то это покажете, вас убьют просто сразу же, не вступая ни в какие дискуссии. В 90-е годы это была бандитская распальцовка. Вот. Но самое интересное, я недавно получил обратную связь на этот жест. Кто-то мне в Фейсбуке написал в комментарии к какому-то видео, что типа, что ты мне тут сатанинскую рогатку показываешь, масон, да, чертов. Да. Да, то есть, вот есть такая трактовка, да. Да, настолько разная трактовка, да, одного простого жеста. Вот как с этим быть? То есть это вообще имеет отношение к тому, о чем вы говорили? То есть есть ли здесь какое-то, конечно, нейрофизиологическое основание? Я думаю, что вот за нейрофизиологическим основанием выученных жестов, да, вот таких социальных, еще работа по изучению будет вестись долго. Потому что, да, как вы сейчас сами совершенно справедливо упомянули, все жесты касаются каких-то метафор и символов, связанных уже с культурными какими-то аспектами, да, то есть непосредственно с теми элементами, которые окружают уже нашу человеческую цивилизацию. Вот. Пока я в большей степени обращаю свое внимание на те жесты, которые исходят из биологической целесообразности.
То есть за которыми все-таки стоит простая биология, да? То есть, ну, сложно говорить, испугались, глаза закрыли. Испугались, да. То есть я хочу с вами общаться, я вам, значит, передаю слово, да? Я маркирую на себя, я указываю на какие-то важные моменты, да? Там и так далее. Вот. Вот эти жесты, они... Понимаете, как вот нельзя сказать, что они однозначно выходят из неосознанного поля. Да, конечно, мы можем этим управлять, это счастье. Вот, но вы же знаете, что оратор, который может увлечься, да, он уже ничего не контролирует, да, ну и мало что контролирует. К счастью, в YouTube можем таких ораторов видеть в большом количестве, получать удовольствие и учиться у них, кстати, можно, да. Вот. Не всегда это контролируется. Соответственно, значит, есть у таких жестов рефлекторная дуга, которая напрямую не связана с ассоциативными долями, да, областями. Вот. Значит, точно здесь есть эмоциональный компонент какой-то. Да? И мы увидим потом, да, когда начинаем более глубокие исследования, видим, что да, ведь за всей этой биологией стоит выживание. Да, то есть как наша цель нашего биологического существования – это выжить в меняющихся условиях среды. Вот. И, а наша выжить культурная... и размножиться, как мы, как, ну, конечно, Войтинский сказал. Ну, конечно. Ну, понимаете, как вот эта концепция, которую транслирует профессор Савельев, она мне вот близка, она мне понятна. Да? То есть все достаточно просто. Ну, пока мы не... Ну, я не призываю, конечно, разделять свою точку зрения. Вот, но мне она понятна и проста. То есть пока мы все равно еще биологические объекты. Не можем что с этим сделать. Конечно, мы имеем отличие от остального животного мира. Конечно, имеем, но это объективно. Вот, но при этом мы имеем очень тесную связь с ними. Поэтому, например, сравнительная биология дает очень много ответов. Сравнительная эмбриология дает очень много ответов. В том числе в той теме, которую мы с вами обсуждаем. Например, да, условные рефлексы у рыбок. Казалось бы, аквариум на рыбке ведь тоже при отсутствии у них развитой нервной системы, да, они же имеют хотя бы примитивные условные рефлексы. И это каждый видит, у каждого, у кого есть аквариум на рыбке дома. А что мы скажем, да, о более высокоразвитых кошках, собаках, да, и так далее. За кошками это же одно удовольствие наблюдать. Опять же, все кошатники знают. За собаками, да, то есть Мы, а вот что касается, понимаем, что да. касается жеста, вот смотрите, актерский, допустим, жест, жест, который воспринимает зритель, он может трактоваться же по-разному, по-другому, да, то есть жест, который мы видим изнутри, нам кажется, что я показываю, условно говоря, страх, а человек со стороны смотрит, и ему кажется, что тебе скучно, да, или что тебе больно, да. Да. То есть... Это вот в этом стоит очень это большая проблема. Да? То есть большая не потому, что она сильная проблема, а просто она имеет очень большие рамки. Да? Нет, потому что действительно ряд жестов, которые могут восприниматься неоднозначно, они носят более социальный характер. Более биологические жесты нами воспринимаются однозначно. Да? То есть вот как вы сейчас сказали, да, закрыть глаза – это в любом случае я хочу прекратить зрительный контакт. Вот. Значит, если это будет контекст испуга, это очень конгруентно, правильно? Если это контекст, значит, удивления, ведь смотрите, там с точки зрения нейробиологии удивление, оно рядом стоит со страхом и радостью, да? То есть вам принесли подарок, коробка какой-нибудь там, значит, и вы открываете, а там неожиданно что-то для вас очень приятное, понимаете? И особенно девушки, они же очень эмоциональные, они могут вот так вот сделать, да? То есть я не верю своим глазам, понимаете? Почему? Потому что нейрофизиологически, вот удивление очень близко там, и к страху, и к радости. Вот, то есть удивилась, испугалась, но на самом деле она испытывает восторг. Она ошеломилась в этот момент. Вот, такое может быть. Соответственно, актер, да, имеет право на выражение подобного жеста в том эмоциональном контексте, который, значит, предлагается ему в этом кадре, в этой сцене. Вот. И это, конечно... это может быть прописано в сценарии, и это может быть отдано на откуп актеру. Как вы считаете? Видите, какая штука, да. Значит, вот в тех киношколах, которые я проходил, да. У меня есть свое мнение на этот счет, да, но да. Неважно. У меня тоже, поэтому я думаю, что это будет интересно всем коллегам, да. Вот, с одной стороны, нам, значит, как вот ученикам не рекомендовали делать множественные ремарки, да, к тому, чтобы указывать актерам, да, или режиссерам, что должен выполнять персонаж. Вот. Отчасти я, конечно, с этим согласен, да, отчасти. Но
в это, да, и как нам говорят, актеры без вас разберутся, что им делать. Вот. Мы, значит, приходим сейчас к начинающим актерам, и оказывается, что не все могут разобраться. То есть, есть, оказывается, да, вот так. Такой я пробел. Своих заставляю, я заставляю своих прописывать. Я заставляю прописывать действия, потому что актеры очень часто просто, ну, не всегда. Ну, конечно, ну, это да, и, понимаете, с одной стороны, это проблема, ну, такого, ну, более глобального характера, да, то есть, ну, вот, много же актеров, да, тысячи актеров, да. Вот, у каждого есть свое «я» какое-то, вот. Вячеслав, большое да. спасибо. Мне кажется, что это было очень интересно и полезно. Спасибо вам большое. Я рад, что с вами познакомился. Спасибо большое Саше Дементьеву. Если, Саша, если да. ты слушаешь нас да, в прямом Саша, эфире, спасибо. То спасибо тебе большое за то, что ты нас познакомил. И надеюсь, это было интересно и полезно. Спасибо большое. Счастливо. До свидания.